Книга «Открытым оком», тема «Богослужение», третий том, вопрос 1126. Некоторые говорят, что ношение нательных крестиков и крестное знамение не более чем суеверие, и что в Библии об этом ничего не написано. Что вы на это сможете ответить? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Действительно, в Библии об этом ничего не написано. Но это не суеверие. Суеверие означает пустое, ненужное, предрассудок выдуманное, а ношение креста – это напоминание о голгофской жертве Иисуса. Господь осудил не хранилище, то есть коробочки с текстами Священного Писания, которые для памяти носили евреи, а их предосудительное поведение. Матфея 23:5. Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди, расширяют хранилища свои и увеличивают воскрыли одежд своих. 1 Царство 21:9. И сказал священник: вот меч Голиафа филистимлянина, которого ты поразил в долине дуба, завернутый в одежду позади ефода. Если хочешь, возьми его другого. Возьми его, другого кроме этого нет здесь. И сказал Давид: нет ему подобного, дай мне его. И дал ему. Меч побежденного Голиафа хранился в Скинии на страх врагам и в напоминание о их поражении, а также для воодушевления израильтян. Крестом был разбит дьявол на Голгофе. Это знак нашей победы. Подробно об этом прочтите в нашей книге «Открытым оком», том 2, в разделе «Противсектантские беседы». Крест – это знамя победы, и дьявол трепещет в виде его. Поэтому мы и носим крест на себе и осеняем себя крестным знамением креста.